И проснитесь! Потребуется еще один доброволец, например, вы, сэр. Давайте поддержим нашего героя. Итак, вас зовут? Юджин Кармайкл Третий. Хорошо, Юджин Карло Марко Третий. Чем вы занимаетесь? Оценщик товаров. Оценщик товаров. Вы когда-нибудь подвергались к воздействию гипноза? Нет, и честно говоря, я в это вообще не верю. И раз, два, три, транс! И по моей команде вы кудахтаете как курица. Раз, два, три... Я же говорил, у вас никуда! Не расслышал? Дамы и господа, бывший скептик. И я вас уверяю, он будет кудахтать, пока я не... Пока что! Это я! Мое сердце! Он не дышит, вызовите скорую, быстро! О боже! Давай, вставай! Бесполезно, он умер! Ну же, ублюдок, вставай! Добро пожаловать. Чем могу помочь? Ну, так. Давай. Просто соберись. Положи деньги на прилавок, посмотри ей в глаза и просто скажи. Простите? Пресвятая Богородица, ну что непонятного? Я голоден, дай мне бургер! Слушай, кретин, я не намерена это слушать. Я вызову полицию. Подожди, подожди, все нормально, все нормально. Он что-то хочет нам сказать. Что-то похожее я видела в Геральде. Можете нам это написать? Отличная идея. Как я раньше не догадался. Я хочу... гамбургер и колу, пожалуйста. Я голоден. Окей. Я не разобрала, вы пишете, как курица лапы. Пожалуйста. Пожалуйста. Представление в клубе пошло не по плану и стало отправной точкой для падения в место хуже всяких кошмаров, в место страшнее ада. Это место называют «Водоворот ужаса».